Ваши друзья, наши друзья. Советуйте Альфа-банк и получайте 1500 рублей за каждую рекомендацию. И про друзей не забудем. Они тоже получат деньги. Узнайте, как рекомендовать и зарабатывать на alfabank.ru. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Поколение на Муз-ТВ. В нашем шоу участвуют лучшие исполнители по версии вашей дочки и вашей мамы. Наши музыкальные поединки — это баттл между представителями старой и новой музыкальных школ. Многолетний опыт и признание зрителей против юного таланта и переходного возраста. Ведь это битва поколений. Меня зовут Константин Анисимов. Давайте начинать! Сегодня в битве поколений будет противостояние двух мегапопулярных певиц разных эпох. Я думаю, что каждый в душе, конечно, хочет победить, и это правильно. Участницы исполнят 4 песни. Абсолютный хит, песню о любви, кавер на оппонента и горячую новинку. Их живые выступления будет оценивать звездное жюри из разных поколений. Можно я скажу неловкое? Меня чуть-чуть смутило сексуальность. Секс всегда продается лучше всего. И именно они решат, кто же сегодня станет победителем и заберет себе желанный трофей. Вот сейчас начинается что-то очень сложное. Здесь была фонограмма. В сегодняшнем поединке сразятся топовые артисты разных времен. В одном углу те, кто говорят слова «тернет» и «комплюхтер», а в другом углу те, кто шарят за состав группы BTS и могут их отличать. Что ж, давайте узнаем имена исполнителей, которые стали участниками второго сезона «Битвы поколений». Эта звезда 90-х упорно пела, что чуть-чуть не считается, и поэтому очень скоро стала заслуженной артисткой России. Для кого-то она по-прежнему русалка, для кого-то Мальвина, а для нас настоящая королева своего поколения — Наташа Королева. В ней и в ее образе присутствовала немного провокация. Вот я до сих пор смотрю, так я думаю, ого, в то время вот так? Эта яркая исполнительница легко покинула чат, но не музыкальные чарты, где ее песни стойко держатся на верхних строчках. С ней записывают дуэты краши всех поколений, от Нилетто до Сергея Жукова. Самый светлый луч Black Star — певица Клава Кока. Талантливая артистка, которая заряжает своим позитивом всех и вся, поэтому, надеюсь, я у нее подпитаюсь. Я умею вампирить. Кавалер, ухажер, воздыхатель. Именно так 20 лет назад мог называться самый популярный хит Клавы Коки, если бы его исполнила Наташа Королева. А вот у Клавы уже есть своя интерпретация песни соперницы «Такси, такси», где она говорит прямо «Отвези пьяную домой». Она очень артистичная, и она может быть разной. Это, мне кажется, у нас с ней вот такое общее, потому что я тоже артистичная и умею быть разной. Выступать вместе с легендой – это для меня очень престижно. И поэтому я сегодня с большим удовольствием буду врываться в эту музыкальную битву. Сегодня в битве поколений сойдутся талантливая и озорная девчонка с нежным голосом Наташа Королева и ее опытная соперница, которая уже собирает стадионы, Клава Кока. Привет! Я очень рада быть здесь, правда. Эта битва будет интересной, поэтому я с удовольствием представлю вам наше жюри из двух разных поколений. Этот человек знает всех звезд российской эстрады в прямом смысле с пеленок. Ведь он продюсировал несколько сезонов «Фабрики звезд». Легендарный продюсер и просто красавчик Виктор Дров. Чего хочет девочка? Она хочет просто тур на Мальдивы. Чего хочет женщина? Быть как Татьяна Тур. Продюсер Гусариев Медиа и лейбла Sound Media Татьяна Тур.
Сейчас у каждой школьницы в комнате висит плакат какой-то кей-поп-группы. А если снять этот плакат, снять обои, то под ними будет плакат с ее лицом. Легенда отечественной эстрады Наталья Гулькина! Переходим в жюри, состоящее из артистов молодой сцены. Итак, психушка, истерика, не сплю ночами. Судя по названиям своих песен, она защищает докторскую на тему ментального здоровья. Валя Карнавал! У человека с таким нетривиальным чувством юмора и в таком нетривиальном костюме просто не могло быть банальной фамилии. Денис Кукаяка. Позвольте для вашей французской аудитории. Ля Денис, ля Кукаяка. Мерси, мерси. Ну и Прометей российской молодой сцены, потому что он принес нам малиновый свет, дым и, надеемся, огня нам тоже даст. Леша Свик. Артисты на сцене. Жюри представлено. И мы готовы ворваться в новый сезон «Битвы поколений». Погнали! Мы начинаем первый раунд под названием «Абсолютный хит». Артисты двух поколений исполнят легендарные песни, которые давно закрепились в их творчестве. Первой на сцену выйдет представительница метров. Мы все знаем, кого винить, если вам пришло время расстаться. Нет, это не ретроградный Меркурий, а вестники разлуки. Встречайте, Наташа Королева и ее абсолютный хит «Желтые тюльпаны». Я думаю, что вы узнали эти позывные. Позывные из нашего прекрасного прошлого, шального. Давить. Непростого Натусенька. Ух, 90-е. Тюльпаны. Лето кончилось нежданно. Желтые тюльпаны ты мне даришь, как ни странно. Знаешь ты сам, как жесток. Этот прозрачный намек. Желтые тюльпаны. Воу-воу. Желтые тюльпаны. Вы! Желтые тюльпаны. Вестники разлуки, а вы смелее, не стесняйтесь. Света запоздалой. Утренние звезды, утренние звезды. Желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы. Строгие цветы, воу-воу. Строгие цветы. Твои губы.
цветы. О-о-о, строгие цветы. И песня хит, и от телевизора просто не оторваться было. Тебе понравилось? Очень. Сегодня вас в этом зале поддерживает ваш сын Архип. Да. Да. С подружками. С одной стороны и маму поддержать, а с другой стороны поближе посмотреть на Валю Карнавал. Двух зайцев одним выстрелом. На очереди представитель новой школы и следующий абсолютный хит. Этим треком Клава Кока четко дала понять вселенной, что от нее требуется. На сцене Клава Кока с хитом «Замуж». Конечно же, волнительно петь после Наташи Королевой. Но надеюсь, что с вашей поддержкой это будет легче. Правда, друзья? Глаза закрывая, сплю и вижу, как я выйду в белом, ты наденешь кольца, королеве больше плакать не придется. Такой сильный во всем, но и слабость одна. Привет, это я. Не зови меня за я. Кольца королеве, больше плакать не придется. Такой сильный во всем, но и слабость одна. Привет, это я, не зови меня за я. Зови меня замуж. Не зови меня, бэйби. Бэйби, лучше сделай мне, бэйби. Сделай мне, бэйби, не зови меня. Слышали два потрясающих хита, и теперь переходим к самому интересному. Правила просты. Наше жюри отдает по одному баллу в пользу только одного исполнителя. Это первый раунд, но уже сейчас один из артистов может получить отрыв и, возможно, приблизиться к статусу победителя битвы поколений. Слово «жюри» и... Если вы понимаете русский язык, Денис, понимаете? Да. Пожалуйста, Денис. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень сильно удивился, что я, оказывается, знаю текст вашей песни. Это? Да. Мне показалось, что я, видимо, с молоком матери впитал текст песни вашей. Ну и как вы зажигали? Это... А у вас какая-то новая обработка этой песни? Или она всегда так звучала? Нет, ну, конечно, в оригинале, когда это было написано в 89-м году, то, конечно, она выглядела немножко по-другому. Все-таки в...
тенденциях того времени. Это уже, наверное, пятая переработка. Это как «Форсаж», невероятно. Это «Желтые тюльпаны 5». Да, да, это... Да. Это звучало невероятно круто, да. Но у меня есть проблема. Если я хоть раз проголосую против Клавы, моя дочь не пустит меня домой. Потому что вы же живете все-таки в ее доме. Ну, кстати... Судя по ее популярности. Да. Это и на ее деньги. Денис, под страхом выселения из здания, в котором вам сейчас комфортно живется. Клава, я прости, пожалуйста, я рискну один раз, ладно? Конечно, конечно. Я здесь согласна с тобой. Да, был дикий, необузданный рейв, и поэтому мой голос за Наталью. Наталья, спасибо вам большое. Татьяна тут. Я очень люблю Клаву. Просто я считаю, что это самый трудолюбивый, самый упертый, самый такой целеустремленный артист. Я знаю, в каком вы графике. Это браво, браво. И мое почтение. Песня тоже классная. Я знаю, что очень многие девочки мечтают выйти замуж именно под нее. И вы все делаете правильно, в тренде. Прямое попадание в целевую аудиторию. Спасибо. Но идут годы, меняются тренды. Меняются артисты, но Королёва, она остается Королёвой, понимаете? Ну и давайте уже не будем лукавить. Секс всегда продается лучше всего. Вот Королёва, она как была такой, так она остается. У нее просто прет это изнутри. И неважно, 89-й, 95-й, 2000-й, 23-й. Наталья, вы просто космически женственная, очень красивая, и вы кайфуете от себя, и это чувствуется. Вот вышла на сцену, получила удовольствие. Мой голос сегодня туда. Татьяна Тур отдает свой бал Наталье Королевой. Очень хочется убежать, встать между вами, загадать желание. Наталья Гулькин. Абсолютно согласна с Марсель Марсо. Спасибо большое. Мерси, мерси. Да, да, да. Я пела все слова, я знаю все слова, но потому что мы выросли на этих песнях, что уж там говорить. Но сегодня вот эта первая история была абсолютный хит. Клавочка, прости меня, пожалуйста, то, что я впервые сегодня услышала эту песню. Я не была в какой-то банке. Но надеюсь, что ваш плейлист пополнится после. Я просто знаю другие твои песни наизусть. А эту я слышала впервые. Ты очень красиво ее исполняешь. Спасибо. Всевозможные там верха такие мягкие, красивые. Ну, в общем, супер. Это все очень круто. Но, Наташечка Королева, мой бал тебе. Еще один бал в копилку Наташи Королевой. Леша Свик. Что могу сказать? У меня непростой выбор. Две прекрасные дамы. Но я буду краток. Наталья Королева. Бал сразу же, туда улетает. Дорогая Валя. В первую очередь хочу сказать спасибо Наталье Королевой. Я сейчас вас удивлю, но знакомство с ее творчеством случилось намного раньше, чем вы можете себе представить. У меня в 6 лет у меня стоял танец в детском саду под вашу песню. У тебя тоже? Маленькая страна? Да! Зайчиками, девочками. Вот так вот, ручка в ручку. Принцессками, ручками. Маленькая страна. Да, да, так и было, так и было. Я уже молчу про то, что когда мама летом готовила блинчики на кухне и играла песню «Тюльпаны», я уже молчу, я еще под стол ходила пешком, но уже знала наизусть вашу песню. И каково было мое удивление, что сегодня она прозвучала вот так. Это невероятно круто. Спасибо вам большое. Клавочка. Невероятно нежный, потрясающий голос, но при всем уважении... Уважение — это если мы отдадим бал Наталье Королевой. Наталье Королевой. Виктор Дробыш, пожалуйста. Девчонки, спасибо вам большое за такое красивое начало. Я Наташу знаю давно лично. Мы играли в разных группах в свое время, в 80-х. Потом получилась группа «Санкт-Петербург». И параллельно с этим в российскую эстраду еще не было. Ворвалась вот эта вот. Советскую. С желтыми тюльпанами. Советскую, да, эстраду. Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели. Мы ненавидели ее. Я списком могу сказать. Поэтому я даже уехал из страны в Финляндию. А там... Натали Имбругли, Дженнифер Пейдж. И вот это мне сейчас так сильно напомнило Клаву Коку в
все вот эти скандинавско-английские певицы приблизительно таким же голосом. Это то, что я очень сильно любил. Для меня самая красивая музыка, вот такая поп-рок, такой вот скандинавский. Как же я могу голосовать за эти желтые тюльпаны, когда стоит фактически девушка, которая поет в самом любимом моем стиле? Так что мой голос Наташ. Витенька, красавчик, молодец, правильно. Переходит правильно. Заслуженно. Спасибо за поддержку, спасибо большое. Первый раунд завершился. Наташа Королева набрала 5 баллов. А Клава Кока добавила свой актив 1 балл. Стань звездой своего поколения. Вдохновляйся новым и будь ярче. С уходовой косметикой My Muse. Натуральная линейка сос-восстановления помогает укрепить поврежденные волосы, обогащая и питая их по всей длине. Пусть ваши волосы блестят ярче звезд. My Muse – косметика, вдохновленная тобой. Дальше будет еще интереснее, поэтому смело переходим ко второму этапу, который называется «Песня о любви». Песни из второго раунда западают в самое сердце и дергают струны души. Но как хорошо, что этих банальных фраз нет в песнях наших исполнительниц. Встречайте романтичную Клаву Коку с песней «Не со мной». Yeah.
Ваши друзья, наши друзья. Советуйте Альфа-банк и получайте 1500 рублей за каждую рекомендацию. И про друзей не забудем. Они тоже получат деньги. Узнайте, как рекомендовать и зарабатывать на alfabank.ru. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Песня о любви – это, можно сказать, специализация Наташи Королевой. Ведь только она могла спеть про самые несовместимые вещи – дельфин и русалка. Наташа Королева с этой песней о любви. Надежде робкой поцелуя. Дельфины, русалка, сюжет этой песни твоя подсказала гитара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара, не пара. Признания. В ней огонек любви погас, осталось разочарование. Ну что ж, тогда сказал дельфин, ты так прекрасна и наивна. Но все же будешь вспоминать ты про усатого дельфина. А то такие песни написал, ну как не помню. Дельфины, русалка, сюжет этой песни твоя подсказала гитара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Песни о любви исполнены, а это значит, что мы в настроении задумчивой романтичности передаем слово нашему жюри. Амбассадор романтики, а также подводного плавания Виктор Дробыш. Пожалуйста. Вообще, смотрю, у всех какое-то странное восприятие песен о любви. В какое-то отношение к любви, что вот нет каких-то разрывных песен. Чтобы душа завернулась. Чтобы прямо душа внутри должна играть. А их же много. И мне кажется, даже у вас есть. Дело в том, что любовь-то для всех разная. Для кого-то любовь, она медленная, для кого-то грустная, веселая, позитивная. И для каждого главная песня о любви, она абсолютно в разном настроении. Витенька, Витень, ты не забывай, мы же девочки. А женской колокольни про любовь хочется петь более как-то нежнее, лиричнее. Ну, я с того поколения, которое слушало Барбару Стрейзен «I am a woman in love». Поэтому к сожалению, вот Барбара не смогла сегодня подъехать к нам в студию. Я знаю. Бал. Наташа Королева.
Леша Свик, кому твой бал? Мы можем сейчас искать плюсы и минусы в каждой песне, да? Но для меня лирическая песня, песня о любви, я еще тот страдалец. Меня очень сильно зацепила одна простая истина. У Клавы, помимо того, что мы с тобой с одного прекрасного города, в этой песне есть очень важная деталь. Когда девушка говорит о том, что не виноват только парень или не виновата только я, а оба, это для меня очень многое значит. Поэтому мой бал сюда. Вау! Спасибо, земляк. Вот так разложил Леша. Татьяна, ваш, как всегда, яркий, суровый и точный бал должен достаться одной из исполнительниц. Что скажете? Я не хочу никого обидеть, я выскажу свое мнение. Меня не зацепила ни одна песня. Простите, пожалуйста, при всем уважении к хитовости «Дельфина Русалки», мы не на детском канале, и поэтому все взрослые люди хотят испытать, пережить какие-то взрослые эмоции. У всех любовь разная, как бы я не спорю. Но я хотела бы выделить в этом раунде Клаву, потому что музыканты, браво, музыкально это было вкусно. Это было вкусно и достаточно смело, провокационно, как любит Клава. Мой голос туда. Валя, прошу. Ой, мне кажется, вот сейчас начинается что-то очень сложное. Клава, все мы плакали под эту песню в ванной. Да. Спасибо, мне очень приятно. Очень круто. Когда Наталья только выходила на сцену, я думала, блин, а где ударные, а где гитара, а где все остальные инструменты? А Наташа выходит одна и с двумя девчонками, я думаю, так, что-то, наверное, будет жаришка какая-то. И теперь я понимаю то, что Наталье, мне кажется, никто не нужен. Она может сама выйти и затмить. Правда, Валь, мне никто не нужен. Поэтому мой голос Наталье. Валя, Наташа, один балл за невероятную песню. Мы продолжаем. Наталья Гулькина. Который раз в жизни вы слышали песню «Дельфин и русалка»? Вы снимаете с языка. Просто какой-то чуткий ведущий. Спасибо. Нереальный. Спасибо. Просто. Я не представляю, сколько раз. Я даже, мне кажется, со счета сбилась. Это не имеет значения. Там выступала ты в это время на сцене, звучала по радио, да, по телевидению и так далее. Надоела эта песня. Ну, я с тобой соглашусь, конечно. Не обижайся, солнышко мое. Эта песня будет кормить тебя еще лет 100 впереди, понимаешь? Она, ну, вот такая. Спасибо этому человеку, спасибо усатому. Спасибо Игорю Юрьевичу Николаеву. Низкий мой поклон за то, что все эти песни, которые он написал, а вы их так любите, знаете, помните, выросли на них. Я хочу отдать свой голос вот в этом раунде, я не знаю, Клаве, потому что, но я, спасибо. Да, я тоже слышу эту песню впервые, но она меня все-таки больше зацепила, и бит был такой прям, ух, классный, ребят, спасибо. Ух, какой спасибо бал. Большое. Клаве Копе. Денис. Меня чуть-чуть это смутило, можно я скажу неловкое? Меня чуть-чуть смутило это, ну, это... Ну, сексуальность, как бы, я такой, я как будто такой мамина подруга, и я такой смотрю на нее, она такая, ты. Я так, да, глаза так закрыл, такой, я с уважением такой, ну, вот. Но это просто не моя, наверное, я не аудитория, вот, я, наверное, да. А обратно же к Клаве, когда Клава поет, невозможно оторвать от нее взгляд, она, ну, как будто персонально тебе поет. И она сейчас, когда спела, не по Парижу, и по Эмирату. А я в этом году был там с женой, и я подумал, что это прямо мне поется. И в Париже, и в Эмирате я был. Да. Спасибо, мне очень приятно. Это, ну, это просто невероятно. Поэтому я выбираю Клаву. Клава! Второй раунд завершился. Наташа Королева набрала в нем 2 балла, а Клава Кока 4. Ну а прямо сейчас мы готовы переходить к третьему раунду под названием «Кавер на оппонента».
мы услышим новые прочтения всем известных хитов. Ведь наши артисты обменяются своими треками. Первую песню знают люди абсолютно всех возрастов. Парадокс. Песня о маленькой стране известна на всю огромную страну и даже за ее пределами. На сцене Клава Кока со своим видением песни «Маленькая страна». Специально для вас, выпускники детских садов. Большое удовольствие от прослушивания «Маленькой страны». Это 100%. Это прям очень круто сделано. Молодцы. Вообще, спасибо, Клава, ребята, спасибо. Круто. А услышать следующий кавер просто не терпится. Ведь этот гимн молодежи точно заиграет по-новому в исполнении легендарной певицы последних 30 лет. Встречайте Наташу Королеву с кавером «Покинула чат». Yeah!
Я больше не ангел, что скучает дом. Ты в нашем секрете научил меня плохому. Хочешь говорить, но я нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти грустные песни. Отпусти, не держи меня, не ищи меня, не люби меня. Разошлись наши линии, хоть и шиперят с твоим именем. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат. Чат, 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 чат. Покинула чат, 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 чат. Камеры в исполнении наших участников дают песне второе дыхание, а баллы за их исполнение здесь дает наше жюри. Им и слово. Виктор Дробыш. Но вот если убрать слово «чат», которого не существовало в природе, ну, страна была только чат в Африке и все, то это песня года 89. И точно это песня Игоря Николаева. И Наташа Королева продолжает портить нам жизнь рокерам. И настолько это стильно, что это победа Клавы Коки. Человека, который написал эту песню, она сейчас победила. Голос я отдаю Наташе. Я считаю, что это огромное счастье для Клавы и неплохой бал для Натальи. Но вообще роскошно. И неожиданно. Ой, порадовали Дробыша, а это бывает крайне редко. Татьяна, что скажете по поводу песен, которые вы слышали, я уверен, не один раз, а сейчас услышали по-новому? Обе песни выросли. Все мамочки из родительского чата вышли. Просто молча, плача, вытирая слезы, вышли, потому что это было по-королевски, но это было классно. Клава, вы дали новое звучание и новый смысл маленькой стране. Такая небольшая грусть по детству, и это было очень актуально и вкусно музыкально. Я сейчас делаю страшную вещь, прям вот, возможно, некорректную. Но я за справедливость. И я за то, чтобы все соревновались на одинаковых условиях. Здесь была фонограмма. И поэтому мой голос Клаве, которая пела вживую и с бэндом. Вот так! Правда-матка в эфире Муз-ТВ. Мы выдержали все в тенденциях 90-х. Да, много лет. Это, кстати, да. Это тоже. И это тоже. Поэтому здесь по-другому не могло просто быть. Это должно было быть именно так. Наталья. Действительно, сегодня было обалденное вообще звучание. Всех трех песен очень крутое, и я не была никогда поклонницей, я не подписана на Клаву, но я обязательно подпишусь сегодня, я обещаю. Мне очень но приятно, я понимаю, спасибо. Вам, наверное, все равно, но я буду за Нет, вами... поверьте, не все да, равно. Да, я буду за вами следить, наблюдать, мне спасибо. Очень интересно, потому что, ну, мне понравилось все, что вы делаете. Но Наталья меня взорвала. Вот, опять-таки, это сделали вы, потому что вы написали эту песню. И она перекрыла вот ту маленькую страну. Мне понравилось. Я, с вашего позволения, будучи уже вашей поклонницей, отдаю свой голос Наташе. Спасибо. Наташа Королева от Натальи Гулькиной получает свой балл. Денис Кукаяка. Клава. Легенда великолепная. Я ожидал что-то нереальное, я это получил. То, что ожидал. Но Наталья, я сейчас такой думаю, ну что сейчас будет? Наталья, вы, конечно, огнемет. Вообще. Прям огнемет. Да. Вы меня удивили. Вот тут я не ожидал. И между ожидаемо и неожидаемо я отдам балл в неожидаемо.
Денис Кукаяка отдает свой балл Наташе Королевой. Леша Свик. У нас битва поколений. На секундочку. У меня не так давно появилась дочь, и это мое новое поколение. И если, как я и выразился раньше, я вырос, танцевал ручка в ручку, вот это вот 6 лет, маленькая страна, я буду уверен, что мое новое поколение, моя дочь, она бы кайфанула также и под новую версию маленькой страны, которая очень была многозадачна, в ней менялись стили. Я прям люблю, когда вот так. Поэтому, Наташ, при всем уважении, маленькая страна всегда будет в моем сердце. Слава. Валя, карнавал. Ну, во-первых, мне хочется попросить наших зрителей осыпать девчонок аплодисментами. Потому что это было невероятно. Когда я услышала, что Наталья будет исполнять песню «Чат», я думала, блин, ну как можно сделать так, чтобы она стала более заедучей, чем у Клавы? Я думала, что же там такое будет? И вы сделали это. Но хочется сказать отдельное спасибо Клаве. У меня было ощущение, что я слушаю какую-то принцессу из сказок. Невероятно нежный голос, потрясающий темп. Спасибо большое. А концовка меня просто разорвала в клочья. И поэтому в этом раунде мое сердце и мой голос с тобой. Спасибо тебе большое. Валя Карнавал отправляет свой балл Клаве Коке. С волнением я объявляю счет за третий раунд. Наташа Королева и Клава Кока набрали в нем по 3 балла ровно. Ах, какая интрига! Впереди 4-й раунд, который может изменить абсолютно все. Погнали! Да, дорогие зрители, второй сезон шоу «Битвы поколений» задает высокую планку. И в финальном раунде, который называется «Горячая новинка», мы эту планку опускать не планируем. И я уже вижу, как этот трек рвет все хит-парады, как клип на эту песню собирает миллионы просмотров и как эта песня получает очередную премию Муз-ТВ. Вот такая фишка у человека – всегда быть номером один. И это Клава Кока и ее «Горячая новинка». Give me the chance.
Знаете, даже судя по сегодняшнему выпуску, от Наташи Королевой всегда ждешь чего-то горячего. Но сегодня это будет горячая новинка. На сцене Наташа Королева, пожалуйста. Планета быстрее крутится, но слетая за веком век. Все, о чем ты мечтаешь, сбудется, мой единственный человек. Если тучи и дождь непрошеный вдруг накроют нас головой, просто помни о том, хороший мой, что я рядом всегда с тобой. Обниму тебя счастье, обниму теплым ветром, обниму тебя страстно, своим солнцем и небом. Обниму тебя знаками, твои мысли волнуя, твою душу губами бесконечно целуя. Обниму тебя счастьем. Прогоню даже тень сомнения, ну и ты навсегда люби. Все печали и сожаления я развею, как белый дым. Если вьюга в наш дом морозами постучится в полночный час, прорасту в твоем сердце розами, согревая сиянием глаз. Обниму тебя счастьем, обниму теплым ветром, обниму тебя страстно, своим солнцем и небом. Обниму тебя знаками, твои мысли волнуя, твою душу губами бесконечно целуя. Обниму тебя счастьем, обниму теплым ветром. Да. Обниму тебя страстно, своим солнцем и небом. Обниму тебя с нами, твои мысли волнуя, твою душу губами бесконечно целуя. Обниму тебя счастьем. Обниму тебя счастьем, обниму теплым ветром. Моя талантливая девочка, все будет хорошо. Обниму тебя с нами, твои мысли волнуя, ты невероятная. Губами, бесконечно целуя. Обниму тебя счастье. Давайте обниматься. Давайте обниматься. Обниму тебя страстно, своим солнцем и небом. Твои мысли волнуя, твою душу губами. Мальчишки! Обниму тебя счастье! Она заставила нас обнимать! Спасибо! Можно, учитывая, что я перешла на эту половинку, сказать, что у Клавы большое, яркое сценическое будущее. Ты большой действительно труженик. У тебя невероятный талант в том, что ты вот умеешь дарить вот этот позитив и дарить вот реальную радость. Ты на тебя смотришь, сразу настроение поднимается. Сохрани в себе это. Спасибо. Мы все-таки смогли вместе, вместе порадовать всех зрителей и телезрителей, и, надеюсь, наших членов жюри. Ура! А, пока жюри немножко остывает от этих горячих объятий. Наташа уже сказала, Клава, как тебе сегодняшняя битва, которая превратилась в встречу? Но я уверен, что вы еще посражаетесь в финальном раунде за решение жюри. И я получила большое удовольствие, правда, благодаря Наташе Королевой, благодаря замечательным членам жюри, благодаря замечательному залу, конечно же, моим музыкантам и всей моей команде. Мы с Наташей виделись как-то в самолете пару раз и думали, что нам нужно, наверное, что-то совместное сделать. И круто, что это совместное получилось таким ярким. Да. И надеюсь, да, что людям это тоже зайдет. Спасибо большое. А теперь ваши хладнокровные решения, наши жюри. Наталья Гулькина, пожалуйста, начнем с вас. Всегда очень, знаете, сложно воспринимать новые песни. Ну, это для любого, в принципе, человека так.
здесь как будто вот у меня ощущение, у Наташи прозвучала не новая песня, а вот этот вот ход, как будто я его уже много-много раз слышала. Он такой садится на слух. Вот этот вот «Обними меня». Та-дам. Да, вот это обалденно, Наташа. Это будет хитом, потому что вот, это, вот этот вот хук, так называемый ход, он очень хитовый. И нету ощущения новой песни. А здесь была абсолютно новая песня. Натусечка, еще раз прошу у тебя прощения, отдаю свой голос Клаве. Спасибо. Наталья Гулькина. Спасибо. Бал Клаве Кофе. Леша. Две прекрасные исполнительницы. Вы каждая по-своему крутая. Я максимально кайфанул сегодня здесь находиться. И меня редко удивишь чем-то новым, уж точно. Клав, ты очень, кстати, иногда ошибаешься, когда думаешь, что только девушки поймут твои песни. И я максимально проникся, честно тебе скажу. И когда девушка может задеть мужское нутро, это, блин, ну вообще кайф же. Согласитесь? Мужики, есть тут мужики? Да-да. Я при всем желании хочу отдать бал вот сюда, новой песне, и я его отдаю. Но я хочу дополнить одну очень важную вещь. Наташ, вы во мне сейчас очень крутые чувства, эмоции пробудили, когда я слышал про объятия. И как же все-таки просто иногда обнять человека и почувствовать то светлое, прекрасное тепло внутри себя. Поэтому спасибо вам огромное за это. Леша Свик свой финальный бал в нашем противостоянии отдает Клаве. Леша, спасибо, очень приятно, правда. Валя. Да. Ну расскажи, две песни, две новых песни. Как же круто видеть, когда мэтры подходят и говорят такие теплые и нужные слова молодым артистам. Это действительно дорогого стоит. Наша задача только впитывать это как губка и ничего не бояться. Вы сами видели, что вы своей песней заставили нас тут водить хороводы, друг с другом обниматься, мы все подскочили. Клава, как же круто! Ты передала эмоции. Я могу сказать только одно. Я верю в то, что это будет настоящим хитом. И только этого от чистого сердца тебе желаю. И отдаю свой голос тебе. Спасибо, милая. Мне очень приятно. Спасибо большое. Денис, бонсуар. Yes, bonsoir, monsieur. Тетя Наташа, спасибо вам большое. Вы просто невероятная какая-то. Вы такая настоящая, такая добрая и такая... уютная, но я не ваша целевая аудитория, я не ваша фан-база, и я не могу сказать, что я буду эту песню слушать, но это не отменяет того, что вы прекрасный человек, у вас прекрасная какая-то вот энергия. Вот вы вот поете, и я такой, так хорошо рядом с вами быть, вот вы какая-то классная. Клава, ну это вообще, это вот это вот... Так круто. Это какое-то что-то, ну, для меня новенькое. Все такое вот это вот тяжеленькое. И мой голос за вас. За тебя. За вас. Спасибо, спасибо. Мне очень приятно. Татьяна. Я сегодня открыла для себя большого музыканта. Прежде всего, большого музыканта Клаву Коку. Потому что я знала, что вы сами пишете. Я знала, что вы очень часто попадаете и делаете трендовые вещи. Но... другую музыку я вашу не слышала. Вы делаете это на таком колоссальном профессиональном уровне. Браво, Клав. Я не ожидала, я покорена. Спасибо большое, покорена. Очень приятно. Но это не только моя заслуга, но и заслуга команды, которая стоит за мной, в том числе, и стоит за кулисами. Спасибо вам, ребят. Басист, мой поклон. Это и вообще всему бенду, всей команде. Вы работаете как единый организм. Мое сердце с вами сегодня. Вы невероятный. Вы невероятный. Спасибо. Большой, классный музыкант. Но. Все хорошо до слова «но». Королева. Человек, который не боится называть свой возраст. Она не боится выглядеть, может быть, где-то даже нелепо на чей-то взгляд. Которая с такой иронией и с такой любовью относится к себе и к окружающим. Вы умеете делать модно и классно, но вам это не надо. Вам не надо ничего доказывать. И вот за ваше большое сердце я отдаю сегодня свой бал вам. Спасибо, Танюш, спасибо. Уважаемый Виктор Яковлевич, сейчас от вашего голоса зависит результат нашей битвы поколений, поэтому вспомните все и примите судьбоносное решение. Ну, подводя итоги,
эта программа показала, что мы с высоты своего возраста можем показать, как надо, плечо подставить. А вы вашей молодостью не будете давать нам стареть. Поэтому здесь обоюдное вот такое движение. И совсем, наверное, не важно, какие оценки. Хотя я думаю, что каждый в душе, конечно, хочет победить. И это правильно. А я в самом начале сказал Клаве, что вот она для меня такое олицетворение, такой кардиган. И она красиво начала и очень красиво закончила. Поэтому вы все равно на меня не будете обижаться, и это нельзя делать. А я отдаю свой голос Клаве. Спасибо. По результатам голосования с активом в 13 баллов победителем битвы поколений становится Клава Кока. Ну что, обнимаемся, интрига снята, и я еще раз поздравляю победителя. Пожалуй, этот выпуск особенно запомнится нам своей чувственностью. Это была «Битва поколений» на канале Муз-ТВ. Меня зовут Константин Анисимов. Увидимся через неделю. Пока! Обнимемся!